В район железнодорожной станции было установлено, что происходит горение четырех железнодорожных систем. Там был подтвержден пожар номер 2. Сейчас, на данный момент, там сосредоточено 6 автоцистерн для ликвидации пожара, а также 35 человек личного состава. В районе нефтебазы по прибытию было установлено, что горит 3 емкости по 400 метров кубических, 400 кубов, и одна емкость 2000 кубов. На данный момент работы по ликвидации пожаров продолжаются.